Дань, с победой. Расскажи, как сегодня матч прошел. Спасибо. Ну, в обычном режиме. Одержали победу. Ну, важный матч для болельщиков. Мы на установке перед игрой, нам тренер об этом сказал. Мы все правильно строились и выиграли матч. Вот. Поэтому, я думаю, все результатом довольны. Ну, все. Ты своей игрой доволен сегодня? В целом, да. Ну, там были какие-то неудачные действия, там, при вводе мяча ногами, но, блин, из-за долгого отсутствия игровой практики это позволительно. Вот, там, вытащил, ну, как вытащил, отбил тот мяч, который должен отбивать, вот. Ну, и все. В принципе, нормально. Насколько тебе сегодня ветер мешал? Честно, ну, как-то не особо заметил ветер, вот. То есть, да, там, проговариваем то, что смотрите внимательно, ветер может мяч, там, приостановиться, наоборот, ускориться. Но как-то уже в моменте не особо чувствуется. Поэтому мне, лично мне, не помешал. Удивился, что сегодня было достаточно много болельщиков «Локомотива» на игре? Ну, честно сказать, болельщиков, мне кажется, на каждой игре достаточное количество было. Вот, наверное, самое минимальное количество, только вот на первом матче, с кем мы, не помню, с кем играли, вот, на первом матче. Так каждую игру приезжают человек по 20-30 есть наших болельщиков. Слышал заряды в твою честь, да, тоже? Да, не только в мою честь слышал, и в Олег Алексеевич Пашинина тоже. Ну, их слышно, да? Второй сбор уже практически подошел к концу. Как ощущение, как самочувствие, прибавил в форме? Ну, чуть-чуть, да, привел себя в порядок, вес наладил, процент жировой тоже в норме, вот. Но, честно, для меня вот эти сборы намного быстрее идут, чем в предыдущем году здесь же. Ну, то есть, не знаю, как-то незаметно время идет. Ну, силы остались на третий день. Да, да, да. Сейчас еще выходные, и чуть вернутся силы, и продолжаем работать дальше.